Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет обзорчик на такой вот попкорн от фирмы Corin Corn. Это у нас попкорн типа готовый уже, тут, то есть видите пакетики с, в общем-то, у нас с карамелькой. Стоит этот попкорн 57 рублей в азбуке, ой, не в азбуке вкуса, а в Билле. Есть такой супермаркет. И давайте, в общем-то, посмотрим, что у нас он из себя представляет. Вот такой вот пакет, как бы. Я просто знаю, сколько я часто бываю в кино, и как бы я знаю, что такой бы стоил там рублей 300 минимум, 200-230 я покупаю там обычно, если там кому-то беру, там девушка, например, то я беру там, сладкий попкорн стоит, как в коробочке, 230 рублей. Ну, как бы это, ну, неоправданно дорого, грубо говоря, потому что он не очень, на самом деле, качеством, и вот этот, по идее, должен быть получше. Хотя стоит он, как вы сами видите, гораздо дешевле. Так, в общем, довольно-таки полная у нас такая вот чашечка. То есть, сколько тут грамм? 100 грамм. Так, по составу. В принципе, в составе ничего такого нет особо. Хотя тут 2 или 3 ешки. Но, в принципе, такое сейчас везде. Так, что он сам вообще попкорн себя представляет? В общем, вот такая тут золотистая корочка. Тут типа вот прям карамель такой насыщенный, видите, да? Нет, тут не раскрывшихся зерен. То есть, все как бы такие вот хорошие, целые. В общем-то, полноценные, так сказать. Ну и давайте, в общем-то, я попробую. Вкусная вещь. Как реально сладкий. Я не люблю попкорн с карамелью. Когда его как бы делаешь в микроволновке, он получается никакой. А вот это прям он как его обмакнули типа со всех сторон в карамельку. И он реально очень сладкий и прям вот реально вкусный. То есть всем советую такой купить. Есть, конечно, там всякие аналоги, но пока что из всего, что я пробовал, этот мне нравится больше всех. То есть реально такой вкусный попкорн. Фирма, напомню, Corin Corn. В общем, есть какие-то там еще обычные, по-моему, есть что-то там шоколадное или что-то такое, даже необычно видел. Ну, не знаю, в общем-то, я купил такой, потом, может, куплю что-нибудь, какой-нибудь вкус другой. В общем-то, на этом все, в принципе, такой вот был попкорн у нас. Вот так, кстати, он закрывается, то есть вы его не рассыпете, все нормально, держится, как бы, видите, да? И, в общем-то, спокойно, в принципе, можно брать с собой, там, не знаю, в кино, в театр или просто, в общем-то, домой. В общем, на этом все. Такой был попкорн. Всем удачи. Всем пока.